Ребята, просто посмотрите, у меня бесконечные бусты, у них время просто не тратится. Пипец, как круто. Но перед началом видосика хотел бы специально для вас разыграть просто офигенного пэта, а именно Rainbow Мифика. И чтобы получить именно его, кстати, смотрите, у него Royalty, Strange 5, так еще и Teamwork, вам нужно всего-то подписаться на канал, поставить лайк на это видео, написать любой комментарий, нажать на колокольчик и обязательно поставить, чтобы вам приходили все уведомления. Но также зайти в мой Discord сервер по ссылочке в описании, ведь именно там проходят очень часто розыгрыши, вы можете общаться там с другими людьми, найти себе друзей, трейдиться и, в принципе, все что угодно. Поэтому я вам желаю удачи и приятного просмотра, там готовьте себе чаечек, печенюшки и так далее, а мы погнали. Всем привет, ребята, меня зовут Цезарь, и добро пожаловать в Pet Simulator X в Roblox. И по превьюшке вы уже, наверное, заметили то, что я вам сегодня покажу просто мега баг в этой игрушке, который вы сможете также легко использовать, и он уже не донатерский, то есть любой человек его сможет использовать. А почему еще один баг? Потому что на канале прошлый ролик был тоже про баг в Pet Simulator X в Roblox, как бесконечно открывать яйца и фармиться. Поэтому можете посмотреть у меня на канале, в принципе, зайти на каналчик и посмотреть. Но, ребятки, перед началом видосика обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк на это видео, напишите любой комментарий, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, а также стримчики. А также, ребята, обязательно, у кого колокольчик стоит, попробуйте его выключить и заново включить и поставить все уведомления. Потому что я заметил, то, что на моем канале очень много зрителей нажали на колокольчик, но уведомления приходят прям очень плохо. Поэтому попробуйте заново нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики, ведь они вам реально очень помогут. Вот. На это, как бы, я надеюсь, вы меня послушаете. А также в начале видосика есть еще розыгрыш. Можете поучаствовать там на Rainbow Мифика. Также, ребятки, возможно, я еще точно не обещаю. Возможно, сегодня будет раздача. Мега просто раздача. Но, опять же, не точно. Вот, смотрите, завтра будет 100%. Просто, возможно, мне сегодня не хватит немножко питомцев для раздачи. Потому что я собираюсь раздавать там не по 3 там, каких-то там легендарных пэта, да, как было там на прошлом стриме. Я собираюсь раздавать Dark Matter Leg. У них саты сразу по 15 миллиардов, там даже до 15.9. Доходит, вот. Поэтому, если у меня сегодня хватит питомцев, сделаем сегодня раздачу. Если нет, то будем делать уже, скорее всего, завтра вечерком. Вот, но я постараюсь, скажем так, приготовить пэтиков, вот. Так, ребятки, в чем заключается баг? Ребята, реально у нас в игре можно сделать инфайт буст. Мне этот баг сообщил подписчик, показал мне его, потом я еще нашел его на ютубе, у англоязычных ютуберов, и решил показать для вас, русскоязычных моих зрителей, этот баг, чтобы вы также могли им воспользоваться. Поэтому его, скорее всего, могут пофиксить, в принципе, потому что изначально это, ну, скажем так, разработчикам затевалось так, чтобы это не работало, ну, эти бусты, как я его сегодня покажу, как это работает баг, они не должны были вообще работать, но они работают. Вот. Поэтому, в принципе, можете юзать, пока не пофиксили. В принципе, за это вас не забанят, потому что это ошибка игры, и это уже, в принципе, знают все. Ну, как, многие знают, но я вам для вас тоже хочу это рассказать. Короче, смотрите, видите, я прямо сейчас нахожусь на своей випке. У меня есть вот такие вот бусты. Видите, они сейчас у меня тратятся. Я могу также открывать яйца, могу все делать, просто все спокойно делать. Вот, у меня мифика, например, выпал, да, просто отлично. Вот. Могу просто все, что угодно делать. Так, ну-ка, что у нас тут еще выпадет? Так, ну полная фигня. Вот, ну и чтобы нам сделать баг, чтобы у нас бесконечные были бусты, мы, короче, заходим сначала на любой сервак, юзнаем бустики. Вот, например, вот эти вот два юзнул, да? И давайте вот я еще, например, юзну, ну, трипл дамаг. Я трипл коин юзать не буду, вот, потому что они мне все-таки нужны для фарма, а не просто так для того, чтобы, ну, сделать их бесконечными, потому что там немножко работает не совсем правильно, я вам расскажу. Опять же, ребята, в каждом баге есть свои нюансы, как я обычно и говорю, и в прошлом ролике это говорил и так далее. Вот, короче, сейчас быстренько перемещаемся мы в браузер, и я вам покажу, что дальше нужно делать, погнали. Итак, ребятки, я прямо сейчас переместился в браузер, и вы, наверное, сейчас думаете, а как это в Pet Simulator? У меня на серверах максимум 30 человек. Ребята, это не Pet Simulator, это ссылочка на Trading Plaza. То есть вы можете зайти не через Pet Simulator, через телепорт, да, в Trading Plaza, а прямо через браузер. Ссылочка будет в описании, вы можете перейти и зайти так по-любому. И в этом как раз и есть смысл бага. Смотрите, просто я не знаю, откуда взяли эту ссылочку, но мне ее дали, и это просто капец. Смотрите, вот я сейчас присоединяюсь на сервер, и я сейчас появлюсь не на карте Trading Plaza, а на карте, Pet Simulator. Смотрите-ка. Просто капец, это, не знаю, это офигенно, это просто офигенно. Реально крутой баг, но опять же его скоро, возможно, скорее всего, пофиксит. Вот смотрите, видите, я заспанился в Spawn World.
То есть, так, сразу же закрываем чатик. И смотрите, ребята, то есть все находятся на карте Трейдинг Плаза, а я нахожусь здесь на спавн ворлде. У меня также все пэты есть, я могу вот надеть самых крутых пэтов, я могу все делать все, что угодно. И, ребята, как вы видите, у меня бесконечные бусты. Бусты просто не тратятся, но есть один минус, то, что здесь нельзя фармиться. Да, здесь нет ни сундуков, ничего такого, поэтому трипл коины и трипл дамаг не включайте. Это как раз и есть тот самый нюанс. Но здесь работают у нас бесконечные бусты на лаки. И что мы можем здесь сделать? Правильно, открывать яйца. Мы можем тэпнуться на Хэллоуин ивент. И, ребятки, просто у кого мало этих бустов на удачу, вы можете юзнуть и пользоваться таким багом. Но есть, опять же, один момент. То, что, как вы знаете, если вы заходите в Трейдинг Плазу, то бусты у нас стопаются. Но есть один прикол, то, что в Трейдинг Плазе бусты стопаются, потому что там нельзя открывать яйца, и из-за этого они не тратятся. Но здесь, видите, они у нас тоже пауз. И время как бы застопилось, но они работают, потому что они просто застопились, у них время не тратится, но свое как бы свойство они исполняют, потому что я здесь уже перед видосом пробовал, и я здесь выбивал, короче, много мификов и легендарок, и, короче, люди были просто реально в шоке. Вот так вот, давайте, смотрите, я сейчас подойду к яйцу, так, давайте сейчас я быстро поменяю экранчик, короче, на игру, чтобы, ну, был лучший вид, скажем так, погнали. Так, все, ребятки, я поменял экранчик сразу же на игру. Смотрите, и здесь мы можем открывать яйца. Да, а также вы можете еще попробовать юзнуть прошлый баг. И, в принципе, это вообще офигенно. Вы, блин, можете их... О, вот этот человек у нас тоже шарит за баг. Смотрите, тоже сюда пришел и тоже сейчас будет открывать яйца. Но, опять же, возможно, есть такой вариант, что все-таки эта удача не работает. Возможно, мне просто повезло. Но баг такой реально есть. То, что вы можете в Трейдинг Плазе открывать яйца. То есть вы можете просто удивить своих друзей. То, что... как бы, ну, вы можете открывать яйца в Трейдинг Плазе с людьми, где 30 тысяч, ой, где 30 человек, открывать яйца, хотя как бы на сервере нету, вот смотрите, вот мы здесь можем открывать яйца, это ж просто офигительно, вот. Но есть такой вариант, что реально, может быть, бусты не работают. Но это не точно. Мне кажется, что работают, потому что мне, в принципе, фартануло, и мне выпало. Но, опять же, здесь у нас, видите, телепорты не работают, но здесь мы можем также прокачивать вот эту штучку, можем прокачивать, здесь делать все, что угодно. Также, ребята, у нас будет обновление до 13 ноября. А 13 ноября, это у нас, наверное, следующая суббота же, да? Ну-ка, да, это у нас следующая суббота, 13 ноября. Поэтому, в принципе, у меня еще есть шансы выбить себе эксклюзивного питомца. У меня, в принципе, так два, но я их не выбил, я их получил. Вот, но очень сильно хотелось бы самому выбить. Потому что я уже потратил примерно... Ну, я уже, наверное, краски примерно 50 тысяч яиц открыл. А есть такой, ну, информация, то, что он со всеми бустами и геймпасами падает это где-то либо 1 на 50 тысяч яиц, либо 1 на 143 тысячи яиц. Но вот 50 тысяч яиц я уже точно открыл. Вот здесь мы можем бегать, прыгать, все что угодно, делать, короче, апгрейдики, вот там вот делать. Но опять же, фармиться мы здесь не можем. Можем там вот забирать сундучок, можем тут забирать сундучок. Можем пойти, в принципе, на трейдинг-плазу, хотя мы и так на трейдинг-плазе. Можем опять сюда, смотрите, перейти и пойти ломать сундучок. Это просто офигительно, ребятки, это просто капец как круто. Также мы можем просто вот любые яйца открывать, у нас как челик вот в принципе открывает, и бусты у нас не тратятся, они у нас попросту бесконечны, вот мне вот сообщил подписчик, и вот, ребятки, на, выпал мифик сразу же, просто офигительно, вот, мне вот сообщил подписчик, и я его как бы вот этот баг вам в принципе показываю, потом спасибо большое подписчику, вот, ну и в принципе, ребятки, все, я не знаю больше, что вам можно еще показать, поэтому всем, кто досмотрел видео до этого момента, скажу вам спасибо, а также напишите в комментариях, ну не знаю, давайте, давайте напишем буст. И кто пишет буст в комментариях, я понимаю то, что вы смотрели видосик до конца, я буду лайкать ваши комментарии, но нажимать как бы на сердечко, и буду понимать то, что вы реально крутые, вот. Ну а также, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик. Пишите любой комментарий, в принципе, нажимайте на колокольчик, также у кого он уже нажат, попробуйте его выключить и заново включить, чтобы вам уведомления 100% приходили. Вот, ну и в принципе все, всем хорошего настроения, с вами был я, Цезарь, также участвуйте в розыгрыше в начале видосика и помогите мне 100 тысяч подписчиков до Нового года сделать, пожалуйста, ребята, только вы мне можете помочь. Ну и в принципе все, до скорой встречи в новом видосике, либо же на стримчике, всем покедова, всем хорошего настроения, пока-пока.